Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом, который находится на предстарте. Старт будет через 7 дней. И меня привлек маркетинг. Называется проект, не сказала, «Денежное дерево», друзья. Вот открыли только что предстартовые регистрации. Вот денежное дерево. Но это все тоже все прочесть можно. Значит, посадить дерево, вырастить его, собирать плоды. Матрички здесь очень короткие. Участников почти 250 человек. Так как только что вот запустился. Открыли предстартовые регистрации. Ну, естественно, заработаю на ноль. Все по нулям. И хочу обратить ваше внимание на маркетинг. Значит, чем он меня привлек? Это маркетингом. Смотрите, вот вишневый сад. Вход сюда в первую матрицу 400 рублей. И сразу после первого пригласившего партнера, который встанет под вас, мы возвращаем свои денежные средства. И далее что идет? 350 на активацию, 50 рублей партнерские начисления, вознаграждение партнерское. Далее ваш партнер пригласил еще одного человека, 350 рублей на вывод. И вот подо мной станут два человека, да? Или вот под вами два человека вы пригласили. Видите? Везде по два человека. Вот подо мной два человека, под вами вот два человека и еще под вами два человека. Вот такие вот короткие маточки. И по 300 рублей. Раз, два, три. Итого 1050 рублей идут на реинвест. Это, смотрите, дерево с большими плодами. Далее, смотрите, 1050, да? 400 рублей сразу на вывод. Вот. Далее. Вот 1050. Так. И что у нас? 1600 на активацию, 100 партнерские начисления. И смотрите, 1600 рублей. 4 клона, первое дерево сада. И раз, два, три по 1600 рублей. Итого 4800 на вывод. Я считаю, это супер. Ну вот, а дальше вот яблочный сад. Такая же самая матрица, только уже вход здесь от 2000. Ну и апельсиновый сад тоже. Вот здесь уже 10 тысяч. Вот. Вишневый сад. Думаю, за 400 рублей вот поучаствовать. Значит, регистрация очень простая. Я зарегистрировалась. Там логин, имейл, пароль. И все. Как бы вход по логину и паролю. В кабинете как бы здесь наш кабинет, баланс рефералов заработан, переходов по ссылке. Это так, профиль, так, рефералы. Здесь будут отображаться наши партнеры. В настройках нужно указать, ну, я думаю, по желанию, фамилия, имя, отчество, пол, аватарку загрузить, здесь социальные сети привязать. Это все можно будет. Ну и изменить пароль. Далее, что здесь? История операций будет. Еще пополнение не открыто. Мы ничего не пополняем. Просто регистрируемся. Активация будет по дате регистрации. Кнопки не будет. Здесь активировать. Проект еще не стартовал. Здесь будут наши сады. Мои сады. Так. Возвращаюсь в профиль. И самое главное, партнерская ссылочка вот здесь. Нажимаем, и находится наша партнерская ссылочка. Нажимаете копировать, и ваша ссылочка скопируется в буфер обмена. Здесь вот графики будут. Далее мой куратор. Далее промо-материалы. Так. Далее мои рефералы, ОР-коды. Так.
Смотрите, в этих QR-кодах зашифрована ваша реферальная ссылка. Просто разместите ее на своей страничке, и пользователь, отсканировав код, попадет на сайт по вашей пригласительной ссылке. Ну, неплохо. Я впервые такое вижу, правда. Вот. И розыгрыш призов. Смотрите. А это что у нас? Значит, участие в рулетке для вас абсолютно бесплатно. С вашего баланса не спишется ни единой копейки. Условия игры очень простые. Не нужно никаких репостов на стену и прочего. Для начала игры вам нужно хотя бы один реферал. Чем больше у вас рефералов, тем больше вероятность выиграть. О как! При нажатии на кнопку вам выпадает число от 1 до 10 тысяч. И если выпала единица, то вы автоматически выиграли. Вам должно выпасть число меньше количества ваших рефералов. То есть, чем больше рефералов, тем больше шанс выиграть. Участвовать в рулетке можно каждые 6 часов. Считаются только рефералы, у которых подтвержден почтовый ящик. Например, у вас 50 рефералов. Если вам выпало число меньше или равно 50, то вы получаете 400 рублей на свой баланс для активации первого тарифа. Если вы не выиграли, не отчаивайтесь, пригласите больше рефералов и попробуйте снова. Ну, неплохо. Смотрите, вот здесь вот люди играют. Ну, неплохо. Проигрыш, проигрыш, проигрыш. Победа. Вот. Вот такой, друзья, проект. Кому интересно, присоединяемся. Мне интересно, проходим мимо. Продолжение, естественно, будет следовать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.